Беда не приходит одна. Финансовый кризис коснулся не только людей, но и братьев наших меньших. Приют милосердия на грани закрытия. Зоозащитники просят помощи. Подробности в нашем сюжете. 3 года пристанище для собак выживало в основном за счет личных средств организаторов. К ним обращались за помощью сотни хабаровчан. Теперь взывают к поддержке сами волонтеры. Так случилось, что кризис коснулся и нас, и содержать собак в приюте нам стало очень сложно, и самим нам сейчас не справиться. Мы очень надеемся на то, что ситуация выправится, но пока вот в данный момент мы очень рассчитываем на помощь людей. За все время существования через двери приюта прошло около 500 четвероногих. Истории разные. Кого-то просто выгнали хозяева на улицу. Кто-то подвергся издевательствам или же подхватил болезнь. Гретта жила в семье. После того, как животное сбила машина, ее оставили умирать прямо на улице. Когда ты видишь, что твоими руками вот вытянуло жизнь, ну какая разница? Солнце одинаково всем светит. Собака – это кошка, человек. Мы спасаем эти жизни. И собака – друг человека. Об этом не надо забывать. Сейчас в приюте 35 постояльцев. Несмотря на то, что некоторых все-таки удается пристроить в чьи-то дома, это цифра не уменьшается. В месяц на их содержание уходит около 80 тысяч рублей. Такого нет, что там, допустим, кого-то забрали, их стало меньше. У нас постоянно место освобождается, и мы сразу кого-то еще селим. У нас и в доме собаки, и в будках собаки. Ежедневно хабаровчане переводят на счет милосердия денежные средства. Кто сколько может. Помогают не только копейкой. Привозят корм, миски, ошейники и старые одеяла. Среди тех, кто не остался равнодушным, Гелий Семенович. С супругой они завели пса, 2 кошки и черепаху. Пенсионеры уверяют, была бы возможность, приютили бы всех бездомных у себя. Вася, давай споем, а? И второй. Она сухая, правда. Несмотря на маленький доход, семейная пара активно помогает приюту. На вопрос «Зачем?» отвечают незамедлительно. Я не представляю, как жить без живого. Я, может быть, благодаря ей живу. Ей 3 раза в день надо погулять. Зоозащитники надеются выбраться из финансовой ямы к лету. Но как четвероногие переживут весну, зависит только от хабаровчан. На сайте организации указаны реквизиты для пожертвований. Связаться с сотрудниками милосердия можно, позвонив по указанному телефону. Юлия Сосновская, Алена Литовченко, Илья Кузнецов для программы «Новости».